Очень красиво. Мы пришли к библиотеке Стэнфордской. Она рядом с этой Гувер Тауэр находится. И тут очень уютно. Может быть, от того, что мы уже в сумерках здесь. Но очень уютно. Это вот главный вход в библиотеку Стэнфордскую. Вот такая вот она. Там где-то Гувер Тауэр. Здесь очень уютно. Фонтанчик. Очень уютное место, я даже не представляю. Кстати, платят студенты, по-моему, 40 тысяч долларов в год за обучение. Вот, видно, Гувер Тауэр появилась. Это как бы типа там есть наверху смотровая площадка. Можно видеть весь Стэнфордский городок. Гувер Тауэр. Здание, с которого можно увидеть весь Стэнфордский городок. Вот мы проходим какой-то корпус менеджмента, если не верить Google картам. Дело в том, что тут вообще огромное расстояние, огромная территория университета. И тут бегают белочки прямо по этой территории. И если бы я тут училась, я бы точно себя чувствовала человеком с большой буквы. Потому что очень круто. Там какие-то такие места, как будто это не университетский корпус, а какой-то бизнес-клуб. Бизнес. Вот, смотри, что-то смотрит на. Что-то делает. Учится. Что-то непонятное и красивое около Гувер Тауэр. Итак, дамы и господа, мы находимся в самом-самом-самом центре Стэнфорда. Это площадь называется Main Quad, то есть главный квадрат. Вот, ну как-то так, примерно. Вот. Здесь по кругу их не видно, потому что они в деревьях, находятся разные корпуса, в которых учатся, собственно, студенты. Их просто здесь не видно. Вот. Там дальше, вот в ту сторону, тут, находится очень много спортивных полей, ну, поля, там очень много спортивных сетей, все бегают, прыгают, вот. И очень много, даже водное поло прямо под открытым небом. И с какими-то валанчиками бегают, и просто бегают, и теннис, женский теннис, и сокер просто, и регби, американский футбол, то есть все подряд, вот все, что существует, все там есть. Вот, и там все молодежь занимается. Ну вот, тут очень уютно. И самое главное, пахнет, как будто мы вечером в Турции собираемся на ужин куда-то, ну, короче, просто вечер в Турции, где-то на отдыхе, где-то рядом море, такое ощущение. Ну, в принципе, так и есть, где-то рядом океан, ну, такой свежий воздух вообще, свежий воздух. Белки везде бегают, не боятся вообще людей. Это же так прекрасно. В общем, было бы здорово, конечно, представляю, как круто студентам учиться, хотя, может быть, кому-то не очень. Вот опять же, кто-то там лазит, я слышу. Они лазят прямо по пальмам. Серьезно? Ну ладно. Не скучайте, я к вам вернусь скоро.
Говорят. Мы идем по огромной. Да, футбольное поле. И здесь есть прямо на улице водное поло заниматься. Знаешь, как да. Это? Догадываюсь.